Вот есть у нас товарищи лед, но никак не можем позволить себе его пропасть. Будем делать сангрию. Ну, надо. Кто не знал, сангрия – это такой напиток, ну, на основе вина. Он очень летний, очень легкий, после него так немножечко хорошо. В общем, прекрасно поднимает настроение и в то же время очень легко. Помимо чудесного льда с черешней, нам понадобится апельсин и яблочко. Ну что, начинаем наполнять нашу сангрию винишком. Любое красное будет отлично. 500 миллилитров мы наливаем. Почти полная бутылка. Ну, пару бокальчиков оставьте. Ну, этот напиток летний, легкий, я повторюсь. Поэтому мы добавляем воду. Не мы добавляем воду, а все добавляют воду. Один к одному примерно. Да, тоже где-то 500 миллилитров. Осталось перемешать. И наша сангрия готова. Может этот чудо-напиток постоять в холодильничке, немножечко настояться, чтобы вообще все вкусы перемешались, фруктовые с вином, и будет вообще перфекто. Ну, мы сейчас пробу снимем. Красотища. Присоединяйтесь к нам, ребята. У нас, смотрите, не только вкусно, но еще и весело. Ваше здоровье, друзья. Хорошего вам дня, вечера. Тянет ручки своим. Будьте здоровы, не злоупотребляйте.